Итак, всем привет. Мы находимся сейчас за час до... Блять, хуйта. Всем привет. Мы находимся на съемках стоп-моушен мультика про наркотики. И сейчас я покажу, что у нас происходит. Это реально жилая просто комната. И скоро здесь будет все совсем иначе. Так, никаких реклам, пожалуйста. Наш художник. Здесь у нас гримируют актеров. Вот они сидят. Это я! Еще показываю дальше. Это мы будем снимать буквально через полчаса, насколько я понимаю. Правильно, пацаны? Пацаны, у нас готов свет? Да, мы готовы. Конечно. Нормально? У нас тут бэки. Ну что, очень даже чудо. В общем, мы доделали декорацию. И буквально через несколько секунд мы начинаем. У нас гигантский плейбэк, потому что у нас есть бюджет только на плейбэк. Красиво. Шея говорит мне пока просто. В общем, еще в принципе не темно на улице. Мы продолжаем снимать. Так вот, Алис, покажи красивые эффектики. Павел, что вы скажете? Да, это шикарно. Да, я тоже так считаю. Блядь. Вот так сложно. Да. Гульжан, кто? Маленький дом у тебя. Не влазь, тихо. Какой дом? Маленький. Пиздец. Надо что-то, чтобы ассистент вынес мне много этого. Кого вынести? В общем, мы подготовили декорацию. Она находится на диване. Вот, мы приклеили листы обоев. Это та же самая якобы кровать. То есть здесь вот эта вот наволочка вообще обычная, просто сделана в виде ног. И ноги приделаны на булавки, приштоплены. Выглядит, как будто это какой-то мультик. Ну и, собственно, количество света. Я хочу показать, насколько, короче, они тут все приклеены. Капец. Ну, типа, да. Да, это даже сейчас так просто не отодрать. Угу. Они тут все просто очень прям прибиты. Вот так вот. Здравствуйте. Пожалуйста, не смотрите на меня так, как будто мы должны были начать снимать вашу смену, сцену еще 6 часов назад. Итак, в общем, мы на ногах уже 12 часов подряд, а мотор был примерно часов 8 назад. Это инстамаска ко мне прицепилась, наверное. В общем, мы продолжаем. Две лежат. Если что, берите их отсюда. Держи. А это от вашего объектива, да? Крышка. Нет, мой ассистент. Это от вашего объектива? Потому что... Сука! Ёбаная! Потому что вы забрали объектив Гульжан, я правильно понимаю? Это крышка, которая закрывает на тушку. Итого, мы переезжаем в следующую локацию. А именно сюда. Но здесь пока еще кенты выставляют свет. Пока что это еще не готово. Тем временем здесь мы создаем... да, это Леха. Что, ты, Паша, его согрел, да? Пледиком накрыл? Да, Леха замерзает. Ну, тебе, бедняжечка. Леха. Леха вообще, конечно, он... Он один из трех актеров, между прочим, который согласился работать в моем фильме бесплатно. Вот так вот. Ну вот еще можно немножко перекончить.
Блядь. Просто среди них. Так, пацаны, что это такое? Это карлик Лёха. Это все наркотики. Какое ваше мнение о наркотиках? Очень хорошо. Нормально, так кроет уже. Заебись. Настя не видит ничего, да? Ну, она чуть-чуть умеет. Пойдем в кадр, встанем на минутку. Лёх, какое твое отношение к наркотикам? Лёх, там где? Лёх, Лёх, отвечай, пожалуйста. Лёх, отвечай. В общем, у нас ровно 12 часов продолжается смена. 16 часов у нас продолжается вообще не спящий режим. Сейчас будем смотреть в глаза людей, которые не спят уже и работают просто как кони, ебать. А, работают как кони уже 12 часов подряд. Здравствуйте. Насколько вы живы? Уже да. Да хватит, почему ты все время улыбаешься вообще на любые вопросы и эмоции? Здравствуйте, а вы что, без очков не справляетесь уже на съемках? Ебать, красивые глаза. Синяки голубые, глаза голубые. Лёх, как ваши глаза? Он спит уже, все. Лёх, нормально все? Хорошо, ладно. Дай мне губку и ебани меня палкой, братан. Подожди, я снимаю глаза, как выглядят люди после 12-часовой смены. Да, завтра рабочий день. Нужно это час езды максимум. Вкусный чай. Я на самом деле очень хэппи, потому что я тут, что мы тут все собрались, что мы тут все работаем. Вот, это приглашайте детей на съемки, потому что они невероятные энтузиасты. Я уже не ребенок. На заметочку. Время почти 7 утра. Мы продолжаем снимать. Мне кажется, я веду какой-то блог о том, как мы выживаем на съемках, но на самом деле это не потому, что мы дурачки и ставим смены по 14 часов, это потому, что, к сожалению, у нас оператор может только всего 2 дня, и мы снимаем то, что нельзя снимать за 2 дня, мы снимаем 2 дня, вот. Осталось 2 кадра, но они, в принципе, сложные, на них все уже выставлено, сейчас выставляют свет, ребята. В общем, наша смена закончилась на несколько часов. Смена длилась 20 часов подряд. Но, в принципе, это, конечно же, не предел далеко, но мы решили поспать. Я надеюсь, что эта вывеска не упадет на меня ночью. Ночью? Ты веришь, что ночью? 8 утра. Да, я верю, что ночью. Ладно, все. Надо поспать. В общем, мы проснулись, решили, что снимать больше ничего не будем. Мастер-класс по грибам. О, Лёха. Лёха вообще в центре компании. Лёха чай пьет. Да, но он такой контролирует, чтобы никто не въебывал. Вчера он даже голову не мог держать. Ну ладно, сейчас хотя бы сиди с нами, и то вперед. Ну, в общем, мы продолжаем. Скоро смена. Буду показывать. Ладно, здравствуйте, мы едем на съемки. Типа, у нас скоро будет сниматься самая наркоманская сцена. Вот, но фишка в том, что нас тут в машине семеро. По-моему, у нас 8. Это оператор-постановщик. Он уже подбирает ракурсы, собственно. Здесь вот, да, вот это вот. И вот тут за нами, тут вот еще где-то там Лена. Мой оператор, люди не борды. Так, у нас первая жертва. О, прости, пожалуйста, я герой. Мы уже спасаем во время этого. А, он мягонький, что ли? Так он мягкий, да, и у него нет кончика вот этого. Я воткнула. Это мой. Не, давай вот такие, они же проще. У нас тут съемки, в общем. Ура, мы закончили съемки, я нихуя не успела снять. Но мы выходим из леса. Вы посмотрите, где мы были. Вы видите, да, где мы были? Мы были в аду. Это был... А! О! А! Я наступила в лужу. Там говно. Там говно какое-то. Вот тут аккуратно. А у меня со льда. Я просто прошла. Ты пролетел. Иди не след, след.
Это кошмар. Ау! А еще пока мы были в лесу, мы все питались черникой. Вот, но я хотела себе хотя бы еще побольше поесть, а потом начался пиздец, как прям всегда. Вот так вот. Чаще. И, короче, я не успела поесть. В общем, мы продолжаем съемки. Вот так это выглядит у нас. Вот так это выглядит на локейшене. Здесь у нас светик зафильтрованный. Потрясающий кристалл, который нам создала Джун. А здесь у нас тоже стоит свет. Декорации мы уже почти очистили. Осталось только доснять самые крупненькие, то, что стоит на полочках. И мы закончили. Это у нас третья смена. Вот. И мы, собственно, продолжаем. В общем, мы, собственно, декорировали вторую часть полки. Кристаллы уже убрали, потому что из них нужны были материалы. В реальности это выглядит вот так. И сейчас будем заниматься вот этими двумя полками. Думаю, что-то отвалилось. Нет, у нас тут скрытая камера, так скажем. Эта полочка очищена, под нее подставлен свет, чтобы он бил сюда контровичком. Ну и вот так это красивенько, миленько выглядит. Сейчас будем снимать клипы. Здесь у нас слишком гениальная схема из бич-пакета с сыром этой штуки и света, потому что если бы всего этого не было, то свет бы просто упал. Держится на соблях, потому что мы работаем без оператора, но в целом справились самостоятельно. Здесь вот у нас вот такая картинка. Очень все сладко, очень все сочно, очень все вкусно, даже несмотря на то, что это грибы поганки и мухоморы. Вот такая вот психоделика. Здесь у нас Марк Третий, который нас спасает. Все, доснимаем последнее и показываю, что это был последний, самый последний кадр. Мы закончили. Закончилась третья смена. Юху!